Всем привет! Сегодня на обед готовлю простое, бюджетное, но в то же время очень вкусное блюдо – куриную печень. Рецепт очень простой, и время на приготовление у меня уходит практически 15 минут. По этому рецепту печень получается очень нежная, можно даже сказать, что она тает во рту. Первым делом я нарежу лук полукольцами. Печенку хорошо промываем, удаляем все, что нам не нравится, всякие ненужные жилки, и разрезаем ее на небольшие кусочки. В моем случае я просто разрезаю напополам. Сковородка нагрелась, вливаем растительное масло. И обжариваем лук до золотистого цвета. Лучок стал такой красивый, золотистый. Все, отправляем к нему печенку. Подсаливаем. Немного поперчим. И обжариваем печенку буквально 4-5 минут. Куриная печень готовится очень быстро. Как только печенка поджарилась, добавляю 3 столовые ложки сметаны. Хорошо все перемешиваю. Убавляю огонь, накрываю крышкой и тушу еще приблизительно 4-5 минут. Печень готова. Подавать ее сегодня буду с картофельным пюре. По этому рецепту печенка получается очень вкусная и нежная. Обязательно попробуйте, я уверена, что вам очень понравится. Подавать ее можно с любым гарниром. Сегодня у меня с картофельным пюре, как вы видели. Вообще ее готовят и с гречкой, и с рисом, да и с любым гарниром. Это очень вкусно. Все, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравилось. Ну и всем пока-пока!